Перекресток улиц Пархоменко и Жуковского закрывается для движения транспорта с 27 июня по 8 июля. Соответствующее постановление принято администрацией города. Это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения работ по аварийному ремонту сетей теплоснабжения. Согласно документу, муниципальному предприятию «Тагилэнерго» предписано установить дорожные знаки в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения.